Всем привет, ребята, добро пожаловать на мой канал. Я надеюсь, вы за мной скучали. Кстати, если что, это сердечко, если вдруг кто не знал. Я за вами тоже очень сильно соскучилась. Я такая думаю, почему бы не поделиться с вами частью нашей с Максимом жизни. А точнее, ну, как мы там заказываем боксы, как у нас все происходит, наполнение. Вот мы только приехали с почты, как вы видите, забрали огромное количество коробок. И это еще не все, еще кое-что придет вечером после 6, еще кое-что придет завтра. В общем, много чего нужно было забрать, но я решила, что хочу распаковать сегодняшние коробки вместе с вами. Честно вам признаюсь, я даже специально не смотрела, что там приходило, ничего не распаковывала, чтобы для себя не спойлерить и вам показать. Я надеюсь, что вам понравится такой формат. Если что, кто не знает, у меня есть свои боксы, свои собственные боксы. Они называются Pink Box. Представляешь, у меня даже на футболке написано Pink, Pink, Pink. Если что, вот так вот выглядит Instagram моих боксов. Заказывайте, ссылочка будет в описании. Ну а сегодня я вам покажу что-то, что будет входить состав этих боксов, это так правильно сказать. Ну, в общем, я думаю, вы меня поймете. Понравится вам такой формат, собирайте 5000 лайков, мы обязательно заснимем еще какие-то части. Конечно, мы все товары спойлерить не будем, потому что это будет неправильно с нашей стороны, но какую-то часть, конечно же, можем вам показать. Опачки! Так, ну ты, конечно, ты в меня поверил, что я здесь сама разберусь, но нормально. Распаковываем эту коробку. 2 hours later. Вы готовы? Ну что ж, ребята, это то самое главное, о чем я вам только что говорила. Чек на очень крупную сумму. Это вам лучше не показывать. Это коробочки. Вот, я всегда переживаю, чтобы все приходило так, как нужно, чтобы приходило в нужном количестве. Вот так вот они к нам приходят, а мы уже потом собираем. Честно признаюсь, собирает Максим, потому что у меня не хватает нервов. Так что вот, Максим, как я вам и говорила, делает настолько много для боксов, что вы себе просто представить не можете. Всех таких классных пацанов желаю. Вот, здесь 10 штучек пачка, и, соответственно, здесь еще 50 штук. Это партия на 100 штучек, на 100 коробочек. Так, скидываем. Вот так вот это все выглядит, ребята. Кажется, вообще ни о чем, да? Что такое? Что тут запаковывать, что тут распаковывать? Ну нет, на самом деле это очень трудно. Так, ну я не буду как вам показывать никакие примеры, как запаковывать, как что делать. Просто вот с вами делюсь. И, кстати, в этот раз, вот я смотрю, оттенки пришли одинаковые. В прошлый раз, ну, немножко над нами пошутили, можно так сказать. В общем, оттенки немного коробок были разные. В этот раз они абсолютно одинаковые. Все 100 пачек в одинаковом цвете. Все как нужно. Так, я сейчас это скидываю на пол аккуратно. И переходим к другой коробочке. Так, давайте, раз эта большая тут лежит, давайте возьмем вот эту вот огромную. У меня такое игривое настроение сегодня, так что извините. Так, здесь у нас пришел опт. Вот так вот это все выглядит. Ну, давайте буду с вами чем-то делиться. Поприходили вот такие вот массажерчики. Давайте один распакую, вам поближе так покажу. Это такие массажеры для лица. Я такими тоже очень часто пользуюсь. Подтягивает кожу офигенно. И вот так вот он выглядит внутри. Они вот такие вот маленькие, компактные. Я всегда хотела, чтобы в моих боксах были именно такие, потому что вот эти вот громоздкие, нет возможности их потом с собой куда-то взять. Вот такой вот маленький я могу с легкостью положить в косметичку, и он там не будет мешать. В общем, здесь вот эти массажеры там мы поназаказывали. Идем дальше. Еще массажеры. Их вот прям много. Прям очень много. Это вот такие вот тоже маленькие массажеры, тоже массажерчики для лица. Эти даже в какой-то степени, они пускай, как сказать, еще меньше, наверное, да, можно так сказать. Но эти мне нравятся даже чуть-чуть больше, потому что от них больше эффект. По крайней мере, я это так ощущаю. Такие маленькие массажеры, на них, я не знаю, как это объяснить. Маленькие такие точечки, вот вам на камере их не будет видно, маленькие-маленькие, на вот этой вот красной штучке точечки. И для меня это что-то, как знаете, какая-то мезотерапия. Вот я проходишь под глазами с каким-то кремушком, и вот мне нравится потом эффект. Действительно, как будто пропадают какие-то синяки под глазами, разглаженная больше кожа. Это не прям такое средство, знаете, от морщин, нет, это просто действительно такие легенькие массажерчики. Так, массажеры. Пришли массы блокнотов. Вот так вот видно будет, если я покажу. Давай один доставим. Вот, поприходили вот такие вот блокнотики. Тоже очень долго думала, девочки, какие блокноты заказывать. Сначала я хотела выбрать блокноты с пайетками.
Но мы попросту на опте не нашли блокнотов с пайетками нужного нам размера. У нас же как бы коробочка, она-то небольшая, а в нее хочется вместить для вас все по максимуму. И я уже обожглась, я купила слишком большие блокноты, соответственно, они просто лежат дома, потому что их некуда деть. Эти блокноты идеально подходят по размеру, они... Как это, блин, есть мягкий, а есть твердый. В общем, он твердый. Вот блокнотик на резиночке. Они мне понравились больше всего. Пока я не знаю, буду ли я менять блокноты. Эти пока нравятся, пока они есть у поставщика. Давайте еще что-то покажу. Ага, сейчас. One second, please. Здесь поприходили вот такие вот наборы Кайли. Вот, потом вот такие вот еще розовенькие. Я знала, что скорее всего нам сегодня попадутся, хотела вам показать. У меня есть такая помада. Раньше, когда я часто снимала видеоролики, я красила губы. Я прям любила, фанатела красить губы. И это всегда было или же эта помада, или же помада Maybelline, чтобы вы понимали. Когда-то я ее где-то для себя нашла, потом она мне еще попалась в адвент-календаре, который я покупала. Там был паленый адвент-календарь от Кайли. И эти помады, они действительно хорошего качества, они очень приятно пахнут шоколадом, я ими действительно пользуюсь, потому что я получила разные комментарии, когда девочки в историях увидели помады Кайли. Одна девочка мне написала, и меня это затронуло, типа, Даш, они пересушивают губы. Я не знаю, чьи губы они пересушивают, у меня действительно как бы все с этим в порядке. Я перед тем, как сесть делать макияж, я, соответственно, увлажняю губы, и уже после того, как накрасилась, я сверху наношу матовую помаду. И у меня ни разу ничего не осыпалось, ни разу ничего не пересыхало. Это просто матовая помада. Такой же эффект вы получаете от той же Maybelline, от той же L'Oréal, от всех других тех же помад. Вот такие вот наборы. Мне очень нравится, как они выезжают, потому что они выезжают как наши боксы. Вот так вот круто. Этот выглядит вот так вот. Этот такой розовенький, он также выезжает, давайте вам его тоже покажу. Этот вот так вот, вот такая вот красота. Они действительно мне нравятся. Здесь, ну, было тяжело подобрать какие-то, знаете, классные оттенки, чтобы вам всем угодить. И, конечно же, я не знаю, какой помадой красишься именно ты. Возможно, красной, возможно, фиолетовой какой-то, возможно, более такой мокко, кофе. Поэтому здесь такие оттеночки более вообще лояльные. А здесь есть и красный, есть и более приглушенный, в общем, есть тоже все разные. Я надеюсь, у меня получится угодить всем. Так, ну с этой коробкой, в принципе, все. Я не буду там до конца дорывать, показывать, как здесь всего много. Давайте мы ее скинем на пол. У нас осталась одна огромная и три маленькие. Я вам предлагаю распаковать... Маленькие, хотела ее поднять, не могу одной рукой. Распаковать все три маленькие коробочки. Так, давайте. Я такого не помню. Знаете, вот этот вот азарт, так как я люблю все распаковывать, люблю все заказывать. Я поназаказываю, прихожу такая модная на почту, забираю кучу товаров от разных поставщиков, то, сё. Они такие думают, нифига себе, FIFA, наверное. Ну, я шучу, конечно же, не, ну мало ли, а вдруг кто-то думает, а мне приятно. Так, все, три коробочки. Накладная, ага, понятно, пока так, посмотрите зрительно. Следующая коробочка, все тоже понятно. И эта коробочка прям самая крутая. Так, ну что ж, давай, так, я уже, наверное, все проспойлерила, да? Или не видно, нормально? Так, эта коробочка. Здесь у нас, девочки, парфюмерия. У этого продавца я заказала парфюмерию первый раз. Мы ранее заказывали парфюмерию, она у нас вся стоит, если что, еще много осталось. Заказывали в больших объемах. Но потом я подумала, что чем больше парфюм, тем меньше я смогу вам положить еще что-то в коробку. Я решила попробовать заказывать маленькую парфюмерию. В общем, вот так вот вам покажу. Здесь она заказывала всяких разных запахов. Заказывала Шанель. Это все, кстати, парфюмерия на разлив. Шанель, Герлен. Потом заказывала те, которые даже сама не знаю. Вот какие-то вот такие вот. Там в отзывах писали, что они прям приятно, круто пахнут. Давайте еще покажу. Вот эти вот. Мне некуда это все складывать просто. Ладно. Вот так вот достанем. Вот, Мошина заказала свои любимые духи. Заказала вот такие вот Гуччи. Заказала Хлоя. В общем, они все классно пахнут. Я, конечно же, брала все парфюмы на свое усмотрение. То, что мне нравится, предупреждаю. Я люблю сладкие парфюмы. Так что я практически все брала сладенькое. Вот мне так хотелось. Так, а что вот это еще? Так, это тоже Герлен. И еще одни Гуччи. По-моему, я заказала всего по два, чтобы понюхать, посмотреть, как они выглядят, как будет пахнуть. Короче, вот такая вот коробочка духов. Поэтому она была такая тяжелая. Здесь
60 миллилитров духов. Мне кажется, это с головой, это предостаточно, и лучше положить вот такие вот духи и еще, например, 2 или 3 товара, чем просто одни духи какие-то дорогие. Мне кажется, так как-то поактуальнее. Кстати, ваше мнение обязательно пишите в комментариях. Конечно же, я знаю, девочки, что вы смотрите. И после ролика, возможно, побежите заказывать и правильно сделаете. Давайте сделаем так. Если придете с видеоролика в Instagram Pinkbox и напишите там в комментариях: я пришла с видеоролика, для вас скидка минус 10%. Ну вот так вот, как-то так. Посмотрели ролик, минус 10% скидка. Не забывайте и обязательно пишите. Вот, духишки вам показала. Пишите в комментариях, как лучше, большие духи, либо же маленькие. Мне будет очень интересненько почитать. Ну, тут прям жило, так сказать. Много чего, походу, еще не пришло. Здесь у нас вот такие вот наушнички, вот так вот они выглядят, мы заказывали вообще их изначально две штучки, вот такой вот формат и еще одни наушники, послушали, какие лучше слушаются, какие лучше там в ушах все-таки и звучат, и лежат в ушах, остановились на вот таких вот, 5 штучек наушничков заказали, нам они больше понравились, мы решили пока на них остановиться, еще, кстати, должны быть пауэрбанки, но они до сих пор не пришли, а деньги уже заплачены, обожаю поставщиков, которые работают с деньгами наперед. Так, ну а здесь самое главное, ну на самом деле, может быть, и не самое главное для кого-то. Здесь AirPods, здесь наш заказик на наушнички. AirPods одни, вторые, так, ну давайте я тоже так покажу, здесь тоже 5 AirPods, вот. Мы заказали 5 AirPods, заказывали у людей, которых мы знаем, у которых мы чиним телефоны, если так можно сказать, которые там помогают нам, если что-то с нашими телефонами случается, и 5 AirPods. Вы сейчас такие: все, бегу в инсту, покупайте AirPods. Ну, ребята, вы что, тоже должны понять, что на партии мы не можем положить в каждую коробку AirPods. Мы решили 5 таких взять, 5 таких взять, там 10 пауэрбанков взять, чтобы была какая-то техника, и чтобы параллельно были парфюмерия, там блокноты, еще что-то. Так, я заговорилась и запуталась. Да, всякие гаджеты для девушек. Кстати, у нас осталась одна коробка. Если это оно, то здесь, может быть, и будут гаджеты для девушек. Почему? Она такая тяжелая, гигантская. Так, а ну-ка быстренько ставим лайки. Давайте 10 тысяч лайков, и следующее видео со мной снимается Максим. Потому что я... Ты что смеешься? Мало? Нифига себе, ты смотри, какой ты дорогой парень. Так, девочки, ну я не знаю, осилите вы или нет. Если будет на видео хотя бы 20-30 тысяч просмотров, каждый из вас поставит лайк, это будет 20-30 тысяч лайков. Я думаю, Максим по-любому согласится. Так что ставьте лайки. Чем больше, тем лучше. С маминого аккаунта, с папиного аккаунта. У парня отобрали телефон, вы говорите: 5 сек, подожди, лайк поставлю. Поставили лайк, все, все нормально. Так что вот, Максим ждет, потому что я уже устала, если честно. Устала делать эти распаковки, я уже хочу в отпуск. Ладно, я шучу на самом деле, я не устаю от такого, мне нравится. О, вот, кстати, про гаджеты. Еще один опт у нас. Блин, настолько навалено, посмотрите на это все. Там, короче, какой-то кипиш происходит, но давайте буду вам показывать. Не буду все доставать. Расчесочки, вот такие вот розовенькие. Тоже мне понравились, редкие довольно зубцы, не выдергивают волосы. Классные. Потом, здесь опт утюжков для волос. Я вас в Инстаграме спрашивала, стоит, не стоит вообще вам ложить как дополнение. Вы сказали, что стоит, очень удобно. На самом деле, сама считаю, что стоит, потому что Максим не даст соврать. У меня есть такие утюжки, и утюжок Гофрей, и утюжок выравниватель. И когда мы ездим куда-то в отпуск, я всегда с собой беру маленькие утюжки, потому что большого утюжка, как бы полноценного, огромного у меня нет. Мой бывает там заедает, еще что-то. А маленький взяла, хоть маленький рюкзачок с собой скинула, и я с ним могу в хостеле пожить или еще что-то. Очень удобно. Вы проголосовали, что нужно, поэтому мы заказали. Так, тут как бы все в утюжках. Вот такая вот парфюмерия. Вот что я вам говорила, посмотрите, какая огромная упаковка. То есть как бы к ней много чего не положишь. Кстати, вот, например, мы пробовали вот так вот, это все не влазит, понимаете, просто не влезает. Кремушки. Здесь очень много кремушков. Вот такие вот кремушки-котики, которыми пользуюсь сама, которые мы заказали, которые мне очень нравятся. Блин, ну я походу тут буду вечность доставать.
Короче, их очень много, по-моему, их 20 штук мы заказали. Кремушки, котики, так, расчески. Это что? А, вот, щеточки заказала. Вот такие вот щеточки. Вы мне написали, что тоже стоит. Я вообще у вас там, скажем так, консультировалась, что стоит, что не стоит класть к нам в бокс. Многие написали, что, ну, в принципе, достаточно какой-то хорошей парфюмерии. Но я считаю, что недостаточно. Тем более, если вы заказываете несколько боксов. Кстати, у нас, если заказываете 3 бокса и более, то у нас бесплатная доставочка. Вот, мы вам оплачиваем доставку. Мне кажется, что если тем более вы заказали 3 разных бокса, мы не делаем боксы одинаковыми. У нас нет одинаковых боксов. У нас все разное наполнение, я же вам говорю. Вот это то, что мы показали, это 35-40% того, что будет в боксе. Поэтому у нас все разное. И если я положу в каждый бокс вам духи, вы такие заказали 5 штук, в каждой штуке духи лежат, вы такие, ну не очень. А если каждая штука будет разная, с разным наполнением, вот это, как мне кажется, прикольно. А даже если закажут 3 бокса, то там, если попадется 3 духов, они будут разные. Нет, они будут разные, конечно, они будут разные, у нас нет одинаковых. Ну как бы, даже вы видели вот эти вот мелкие, где они были? Ё-моё. Вот эти вот мелкие духи я подзаказывала только по 2 одинаковые штучки. Вот 2 одинаковых цвета таких, 2 одинаковых цвета таких, таких. Только по 2 и не более. Я не заказываю абсолютно одинаковые духи, потому что мне кажется, что это глупо. Если вдруг получается так, что человеку реально боксы беру подряд, и вдруг они получились подряд, у вас никогда не будет ничего одинакового. Мои руки чисты, и там все круто. Так, в общем, здесь очень много этих щеточек. Форео мы поназаказывали. Голубой цвет, спасибо большое. С блокнотиком. Ой, это да, короче, блин, я вообще вот это просто ненавижу. Я заказываю все розовое, всегда мне перезванивают и говорю, мне все розовое. Ну это разве розовое или я дальтоник? Я вот не понимаю. Ну голубые, ладно, там у нас и голубые блокнотики есть, да. Кстати, вот, с блокнотиком вот таким вот норм, да? По-моему, норм смотрится. Вот так вот будет нормально. Так, что там, еще что-то есть? Что в пакете завернутое? Масочки поприходили всякие разные, ё-моё, тяжело их достать. Масочки вот такие вот заказывала. Ну, в принципе, бренд, который я всегда там захожу, покупаю в Еву магазин. Я их нашла там, где их продают оптом, потому что прийти в Еву, что я там 5 штук куплю. Мы понаходили всякие разные, те, которыми я пользовалась, те, которых очень хороший там состав, который действительно увлажняет, а не какая-то фигня. И заказали вот еще, как вы видите, опт масочек. Я не помню, сколько тут штук. Ну, в принципе, как бы все по этой коробке, все. Ну, здесь как бы... А, вот еще что-то другого цвета. Ой, нет, не оно. Здесь должно быть что-то еще. Я не заказывала одни духи в одну коробку. Только вот. Вот такие вот. Это взяла, чтобы посмотреть, как они выглядят, потому что они прям на фотке казались прям вау. И, по-моему, в жизни красиво, да, выглядят? Такой цвет офигенный, розовое золото. Очень красивый, For Woman. Вот, вот такие вот еще духи есть. В общем, я прошу вас поставить этому видео лайки, 5000 лайков, чтобы просто поддержать меня, и 20-30 тысяч лайков, если хотите уже наконец-то ролик хотя бы какой-то с Максимом, хотя бы с частью Максима. В общем, вот, если вам понравился такой ролик, если вдруг вы хотите вторую часть, я уже даже не знаю, можно ли будет еще что-то прям вам спойлерить много. Ну, я постараюсь, может, коробочки 2-3 еще какие-то покажу. Если захотите, тоже ставьте лайки, пишите комментарии, как вам, что нравится, что не нравится. Возможно, что бы вы хотели видеть в моих боксах. Ну, а купить мои боксы можно по ссылке в описании. Еще раз напоминаю, вот так вот выглядит наш инстаграм. Пинкбоксы. Пора уже себе футболку одну сделать, хотя бы пинкбоксы. И, кстати, когда вы уже посмотрите этот ролик, я надеюсь, он вообще выйдет на ютубе, и мы не забудем про него и смонтируем вовремя, но эта партия уже по-любому будет в продаже. Так что вот, переходите, напоминаю, говорите, что вы пришли из нового видеоролика, вам 10% скидочка на каждый бокс. Купите 3, будет по 10% на каждый бокс. Вот, вот такая вот вам приятная, как это сказать, в общем, приятность вам приятная, вот такое вот. Все, ребята, вам большое спасибо за просмотр. Мы удаляемся это все разгребать, считать и вообще смотреть, не обманули ли нас нигде, тут всякое бывает. Вам спасибо и всем пока.